стартовали предзаказы на Asus Transformer Mini. Всего за $400 мы получаем очень легкий и тонкий планшет с притягивающимся клавиатурным блоком, 10-дюймовым дисплеем, процессором Intel Atom и 128 ГБ встроенной памяти. Работает Transformer Mini под управлением Windows 10. При этом в аппарате предусмотрен сканер отпечатков пальца с поддержкой новой фичи Windows Hello. Ну, по большому счету, Windows Hello — это то же самое, что сканер пальца на Android или на смартфонах и планшетах Apple. Все, наверное, и так уже в курсе, но Samsung окончательно закрывает Galaxy Note 7 и отзывает абсолютно все проданные аппараты этой марки, а это около 2,5 миллионов трубок. Причина в большом числе случаев самовозгорания смартфона, из-за которой некоторые авиакомпании даже запрещают приносить Note 7 на борт. Я считаю, что это все-таки печальная новость, и мне на самом деле жалко Samsung, так как технику они по большому счету делают хорошую и добротную, и компания мне это нравится, несмотря на то, что сам я никогда смартфонами Samsung не пользовался, мне просто не нравится TouchWiz, но повторюсь, что все-таки жалко Samsung, что у них так получилось. Есть такой интересный аппарат Lenovo Yoga Book, который я очень хочу потестировать. По большому счету это обычный компактный трансформер на базе Windows 10 или Android, а интересным его делает клавиатура, которая представляет собой сенсорную панель с виброотдачей. Рекламируемой фишкой является то, что на сенсорную панель можно положить лист бумаги, нарисовать на нем картинку, а Yoga Book перенесет ее в цифровой вид. В США начались продажи смартфона HP Elite X3 по цене в $800 за телефон и док-станцию. Зачем док-станция? Дело в том, что этот смартфон работает под управлением Windows 10 Mobile, и благодаря док-станции и функции Windows Continue его можно подключать к монитору и получать таким образом некий эрзац персональный компьютер. Мне возможность потестировать эту фичу так и не представилась, так что очень жду, что хотя бы HP Elite X3 до меня все-таки доедет и я протестирую. Google представила новые смартфоны Pixel и Pixel XL. Эти смартфоны заменят собой традиционную линейку телефонов Nexus, которые, как известно, я очень люблю и которыми пользуюсь. И меня эта новость немного расстроила, так как, несмотря на довольно вкусную начинку, мне эти смартфоны не сильно понравились внешне, как и многим другим, и сильно не понравились по цене, так как стоят они от $650 до $870, что делает их довольно дорогими аппаратами, особенно для российского рынка, где они вообще официально продаваться не будут. Помимо Google, разорить меня хотят еще и в Asus. Как известно, я очень люблю свои ZenWatch 2 и пока даже не успел ими нарадоваться, а тут уже в ноябре начнут продавать третье поколение этих смарт-часов. Основное множество круглый, а не квадратный, как раньше, дисплей. И вроде ничего страшного, потому что я-то как раз люблю квадратные дисплеи, но тут дело в том, что я посмотрел на ZenWatch 3, и мне теперь хочется круглые новые. Текстовые обзоры, статьи и таблицы с тестами ноутбуков у нас на сайте www.notic.ru. Но мы этого делать не будем, мы пойдем гораздо дальше. Я 10 раз пожалел, что я пошел гораздо дальше, потому что мало того, что здесь нужно открутить кучу винтов по периметру, часть которых закрыта вот такими вот резиновыми заглушками. У меня не было отвертки, мне пришлось искать по всему зданию нужную отвертку, которую мне, кстати, надо вернуть, минут через 15 будет, так что надо торопиться. После чего он все равно нифига не открывается, после чего нужно взять вот такую вот пластиковую карточку какую-нибудь или любую. И с той нижней стороны клавиатуры начать ее вот так вот просовывать и вскрывать, все это очень трудно и геморройно, и будьте вы прокляты, кто все это сделал, я, в общем-то, умучился.